Слышал, сегодня звук сирены по городу звучали? Да, слушай. Да, сейчас слышал, в шараге сидел. Твои первые действия, что будешь делать, как действовать? Позвонить родным, предупредить, что что-то надвигается. Родным, близким, друзьям. Ну. Куда бежать, куда идти? Да не буду никуда бежать. Куда бежать? В общем, в МЧС спрашивать, что случилось. У нас еще барнаульцы говорят, что надо собрать необходимый рюкзак с необходимыми вещами. Вот для тебя необходимые вещи это какие? Ну, во-первых, паспорт мой, ага. Необходимые документы, возможно, провизия какая-то. Позвоню родным, потом, может, куда-то зайду в здание. Продукты какие-нибудь, документы, не знаю, ну, предмет первой необходимости, там, не знаю, спички, зажигалки там взял бы с собой. Вот. Не знаю, палатку, может, взял бы. Выходить, брать документы, выходить к клубу или где там пункт сбора. Угу. А как думаешь, вот кроме документов, что еще нужно с собой взять? Ну, наверное, одежду какую-то, продукты. Мы в безопасности живем.